Всем огромный привет, и сегодня у нас на повестке дня ролик под названием «Я так не играю». Да, друзья мои, Mortal Kombat обновился пару дней назад, и мне просто заспамили везде: «Даша, Mortal обновился, посмотри». Ребят, когда проходит обновление, это не значит, что в ту же секунду у нас доступны новые персы. Вы не представляете, мне зафлудили все комментарии. Все лички везде писали. И, честно говоря, меня удивляет, вот, что люди пишут о том, что вышла обнова, но они сами даже не чекают о том, что есть ли персонажи там новые, нет там новых персонажей. Ладно, не суть. Сейчас уже глубокая ночь, я уже думала, все, уже надо заканчивать. Запись уже, как бы, ну, ночь. Чего уже записывать-то? И что-то меня дернуло зайти в Mortal Kombat. Кстати, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но мне кажется, в последнее время, когда у нас появляются новые персы, они начинают появляться гораздо позже. То есть, допустим, раньше, когда я садилась их обозревать, было где-то 9, 10, 11 часов вечера. Сейчас уже 2 часа ночи. Ну, у нас вот ранний доступ, друзья мои. И, наконец-то, у нас ранний доступ Такеды. Такеду добавили, девочки, Такеду добавили. Вы помните, сколько мы просили Такеду? Его добавили. Также у нас будет новая Кэсси, у нас будет новый Шинок. И у нас будет Тремор, который здесь называется Дрожь. Кстати, ответ на самый распространенный вопрос: Даша, где Mortal Kombat? Ну, там же, где и обнова. Шинок мы смотрели всех прошлых персов. Ребят, на канале есть поиск, вы там вбиваете Mortal Kombat X Mobile или просто Mortal Kombat, и вам выдают все ролики по этой игре. И, как бы, я не вижу смысла записывать то, что мы уже с вами проходили. Если мы с вами уже всех триборгов просмотрели, и там, кого барак и так далее, то зачем их смотреть снова? Ну, и обновы, кстати, довольно-таки долго не было. Могли бы летом выпустить. Ну, мне так кажется. Но, в общем, не будем переживать. Mortal Kombat никуда не делся, он не закрыт, не закончен этот проект, поэтому рекомендую не паниковать. И у нас, давайте сейчас быстренько зайдем в магазин, посмотрим, что у нас еще интересного появилось. А нифига. Была Танюха, я помню. Вот Ширарю Такеда Пэк. А, значит, что мы тут получим? Ну, как обычно. Early access unlock this character before they're up. Coming challenge. Be among the first to own this card. Спасибо, я первый получу эту карточку. Действительно, ну, немножечко. О, quick sale. Ребята, вангую, нам нужен будет скорпион для прохождения кого? Шинока, нет? Да, Шинока. Ну, понятное дело, распродажа в честь Шинока. Так, значит, смотрите, почему я угорнула по поводу дрожжи. Потому что, смотрите, заходим в магазин, поддержка. Почему дрожь, я не понимаю. Почему его не перевели как тремор? Он же тремор, он, ну, как бы, ну, тремор. Дрожь. То есть у нас есть дрожь, точнее будет. Ладно, пока что мы его обозревать не можем и не будем, поэтому давайте посмотрим Такеду. Я его сейчас, как обычно, прикуплю, и мы с вами посмотрим, насколько же он крут. Мы столько ждали эту обнову. Надеюсь, наше ожидание оправдается. Поехали. Йо-хо-хоу, готово. Коснитесь, чтобы открыть. Так, ну-ка, посмотрим. Так, Такеда Чуджин Сирай. Спасибо. Комбинированная тренировка. Отец Кенши. И кнуты с лезвиями. 5% увеличения урона от рентгена. Такеда, 5% увеличения урона. Ну, такое. Такое. Такеда Сирарю, ура! Значит, давайте посмотрим. Слушайте, я так давно не обозревала новых персов, я уже даже забыла, как мы это делали. Быстрый как кнут, успешно блокируя любую основную атаку, Такеда получает шанс яростно контратаковать кнутами. Кунь-Дзинь, Кэсси, Кейджи, Джеки, Брикс получают плюс 30 к урону, здоровью и урону от критических ударов, если находится с ним в одной команде. Ага, круто, слушайте, друзья мои, очень даже круто. Так, все, я довольна, мне нравится Такеда. Ну, правда, он мне нравится пока что на словах, да, я знаю, что у нас скорпион распродажный. Так, кстати, а в магазине, интересно, уже доступен наш новичок? Давайте посмотрим, заодно узнаем, сколько стоит. Такеда, Такеда наш стоит 400 душ, ну... Неплохо, так я вам хочу сказать. Ну что, давайте посмотрим. Воины фракции. Ой, как давно мы не играли. Ха-ха, ребята, это же жесть, сколько времени прошло. Так, создаем. Давайте-ка новые возьмем нашего Такедку. Такеда. Ну да, он на самом деле Такеда, но мы его ласково называем Такедой. Так, давайте посоединяем. Подкачаем его хотя бы чутка. Блин, как обычно, тратим. Вот все, что я копила, я стараюсь, ну, практически каждый день заходить, но, к сожалению, не всегда вспоминаю про игру. И вот копишь-копишь денежки, и все, и вот были денежки, и нет денежек. Так, давай соединимся. Ну, хотя бы сейчас качнем
Здоровье немножечко. Вот давайте два пункта здоровья прокачаем. Раз, и вот еще один. И мы с вами... Так, продолжим. И да, и отца Кенши прокачаем. Ну, бонус, понятное. Восстановление. Так, раз и два. Попробуем сейчас какую-нибудь команду подобрать. Ну, честно говоря, учитывая, какой у меня разнобой, сколько я играю в Mortal Kombat, я не думаю, что мы сейчас прям Кунзыня и Кейси подберем. Мне интересно будет панк Кейси Кейдж посмотреть. Я думаю, что и вам будет интересно. Ребят, и я очень надеюсь, что вы меня сейчас поддержите лайком. Вот серьезно, вот знаете, я не часто вас в чем-либо таком вот серьезном прошу, но сейчас мне реально было бы приятно получить от вас лайк, потому что действительно глубокая ночь, а мне еще надо это все отрендерить, залить, ну вы сами понимаете. Делов еще очень много. Так, стоп, ты у нас к чему? Ты у нас только... А, и спецназ, и мастер единоборств. Ага, круто, круто, хочу вам сказать. Ну я как обычно, я буду использовать как ранее, то есть это мой любимый набор инструментов. Как говорится, у каждого он свой. А значит, давайте по атаке сортировать. Понятно. Я думаю, что мы немножечко используем моих карточек для повышения уровня. Я объясняю, почему. Потому что сейчас мне будет просто не за кого играть. Я подниму хотя бы до... какого? До 5 уровня давайте. Да, все, до 5. Мне кажется, нам будет достаточно. И теперь мы сможем с вами поиграть. Так, 2700. Ну да. Поиграли, как говорится. Давайте возьмем тогда Джакса. Ну и Джакса, наверное. Так, Джакса, вы что-нибудь делаете, надеюсь? Стойкость спецназовцев. И что ты сделаешь? Лечение спецназовцев. Ну, такое себе, ну хорошо. Попробуем ими сейчас поиграть. Так, я предлагаю бой в сети. Давайте попробуем обычную битву. Нас интересует сейчас наш так... О, господи, опять Люкан. Ладно, сделаем так. Пусть Люкан нападает себе на своего Джакса. Потом уже поменяемся. Мне интересно сейчас посмотреть, как же он будет сражаться. То есть мы сейчас с вами посмотрим троечку, а потом попробуем семерочку. Да харе меня лупить! Я тебя сама могу полупить. Давай-ка так сделаем. И... Вау! Давно мы с вами не тапали! Чем? Вау! Ребята, обалдеть! Блок. Стоп, я же блок ставила. Че у нас тут как... Хо-хо-хо! Вы видели? Вы видели это? Слушайте, какой крутяцкий перс. Мне он нравится. Ой. Вот это было немножечко больно, я вам хочу сказать. Мне реально он нравится. Слушайте, я буду тупо все время в блоке стоять. Все, харе уже. Так. Готово. И теперь... тихо, тихо. Я тебя как бы хотела это самое. Так, а он на расстоянии, в принципе, работает более-менее. Такс. Ну, как вы помните, у нас только шанс при блоке. Если у нас удачная блокировка происходила. Так, стоим. И что это ты сделал? Рептилия, что это было за движение с моей стороны? Такс. Я хочу еще увидеть этот прикол. Бомбануло у него, все понятно. Это один из приемов нашего Такеды. Стоять. О! Действительно, это было очень больно. Блин, ребята, я не жалею о том, что... Ой, слушайте, я не обратила внимания, что у него это, пимпочка осталась. Знаете, я не жалею о том, что я не пошла спать. Вообще хороший персонаж-то. Хороший. Я и Олегу посоветую его записать для вас. Мне интересно будет его реальное мнение. Потому что, честно говоря, да, хорошие выходили персонажи. А, то есть, как бы, предыдущая группка, кто у нас там был? Вот и Джейд, и остальные ребятки, они были очень даже достойными. И сейчас лично Такеда мне нравится. Я не могу сказать, что он очень быстрый. Он, ну, как быстрый, вполне такой нормально быстрый, скажем так. Но вот это его, скажем так, фишка, что если мы ставим блок... Вот, видите, у него быстрый как кнут. Знаете, если бы оно еще, допустим, у него там силы выпытывало или еще что-нибудь выпитывало, ну вы поняли меня. Я вам сразу говорю, делайте скидку на то, что уже действительно поздно. И я могу заговариваться больше, чем обычно. Слушай, ну не бей меня, больно же. Засранец ты такой. Вообще хорош. На удивление. Не зря мы с девочками ждали его. Достаточно... Да хваре меня тут лупить, я тебя сейчас сама отлуплю, Гойя. Гойя. Такс. Постараемся, конечно же, с вами посмотреть его спецприем. Как вы знаете, мы это тоже с вами очень любим смотреть.
Давайте тупо стоять в блоке. Бомбануло. Так. Лупим. Класс, ребят. Хороший персонаж. Мне его костюм нравится, ребятки. Стоим. Вот, то есть, знаете, вот в этом, конечно, большое преимущество. То есть блок ты ставишь, ты априори себя как бы защищаешь от ударов, и у тебя есть шанс, скажем так, контратаковать. Это круто. Так, 8-й уровень уже у Такетки. Молодчага, значит, Люкан, Соня и Китана. Ну, так себе, посмотрим сейчас на эту компашку. И потом я думаю, что я, наверное, еще немного прокачаю уровень нашего Такеды. Ну, чтобы действительно взять вот какого-нибудь там Кунзыня, или Кейси, или Джеки. Так, а ну иди сюда. Ты подошел ко мне, да? Подошел, сейчас ты у меня отойдешь. Стоим. Такс. Готово. Слушайте, а мы еще даже второй прием не посмотрели нашего Такеды. Так, рекомендую сразу же использовать, потому что, как видите, у нее накопилось там достаточно. Меняемся. Так, лупим. О, боже, 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 мы как всегда не успеваем. А, нет, все, нажали. Воу. Деточка, не надо так делать. Тоже надо будет сейчас нажимать, ну да. Есть. Но они у нас вообще не прокачанные. Вот сейчас я боюсь, что нас могут завалить. Просто потому что эти двое у меня вообще лалчи. А как видите, здесь команда довольно сильная. И мы еще совсем забыли Такеде второй прием поставить. А я еще смотрю, думаю, блин, у них по два приема. Так, ну давай. Так, ты же блок не поставила, красавица моя? Знаете, чего мне не хватает? Вот он бьет, когда... Я же поставила блок. Когда он ставит блок, и вы видите, сейчас я вам покажу, не блок, а когда бьет. Ну вот он как бы огненными кулаками, чтобы мы еще и отбирали немножечко у него этого заряда силы. Я поставила же блок! Поставила блок. Сейчас немножечко пусть подкачается. Так, 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 тарарак. Я даже не знаю, есть ли смысл ждать, когда Такета приведет себя в норму. Ну давайте немножечко полупим нашу Соньку. Сонька-пересмешница. Меняемся. И выносим Соню. Да, друзья мои, вынесли. Класс. Класс, мне нравится. Хороший персонаж. И сейчас мы с вами попробуем семерочку. Семерочка. Еще и дали нам 3 души. Десятый у нас уровень, десяточка уже. Ой, еще дали. Кстати, ребятки, у меня на повестке дня покупка в магазине Воин Фракции. Если хотите... Запишу в ближайшее время для вас роличек. Так, значит, кто нас интересует? Нас интересует... Кунзынь. Это у нас какой? Ну, это у нас не особо интересный Кунзынь. У нас есть такой Кунзынь. А, давайте посмотрим, кто у меня тут из самых таких... Ну да. Понимаете, в чем фишка? Кейси можно взять секретность на 20% преисподней наносимой. Они, понимаете, они нам ничего не дадут, потому что у меня основная цель это играть именно за Такеду. А кто у нас? Вот Шаолинь можно взять. И, в принципе, а у нас есть киборг Брикс. А что-то снижает урон внешнего мира. Это понятно. О, Хайтек может взять, я думаю. Все спецназовцы к заряду Си. О, супер! Детка, я тебя беру. Нам теперь надо как-то Такиду нашего качнуть. Значит, во-первых, вот это мы делаем. Это надо обязательно качнуть. Ну, тратим, 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 да. Это само собой. Готово. Назад. И давайте не хотя бы немножко подкачаемся. Да, медленно качаемся, я вам сразу скажу, я уже вижу. Хотя бы до 5-ки нам надо подкачать, чтобы у нас было 5000. Так, ну, вот так, наверное, будет чуть получше. Ну что, попробуем такой командой поиграть. Я вижу, что она немного дисбалансная, ребят. Я вижу, но как бы... Она нам нужна такая. Вот такая вот команда. Поэтому давайте-ка попробуем бой в сети. И попробуем семерку. Не факт, что мы ее сейчас пройдем. Потому что действительно... Тут народец такой у нас попался. Разношерстненький. Может, что-то Джеки дать, я вот думаю. Давайте киберброню дать ей самоисцеление. Да.
Смысла нет нам в том самоисцелении. Снаряжение внешнее, я не знаю, ладно. Не будем уже париться. Оставим как есть, поехали. 10к у Люкана. О, эта попа сейчас будет просто полнейшая. Но зато у нас быстрое восстановление силы. Это не может радовать за счет Джеки. Ой, плохо дело. Ну, конечно, у него был молот гнева. Так, слушай, харе. Харе уже. Давай. Поменяться, как видите, мы не можем сейчас наших персов поменять. Давай, бей его. Хватит, слушай, убери свой блок. Танюху сейчас накажем. Давай-ка. О, супер, молодец. Джеки молодец, хороший персонаж. Хоть я как-то, знаете, вот к персонажам Джеки отношусь так. Ну, дышу, скажем так, ровно. Но в данной ситуации Джеки нас может очень даже неплохо спасти, учитывая, что она действительно может высасывать энергию. Это было бы круто. Так, ну давай. А у нас вообще... О, да ладно, наконец-то. Я хочу посмотреть второй прием. Давай, Такеда. Оу. Круто. Опа. Опа. Еще кнутом тебя. Давайте теперь его немножечко понизим. Уронец. Отлично. А, не понизили мы нифига. Воу, как Триборг нас сразу выйдет. Господи, Триборг. Этот наш товарищ. Ничего себе. Он навалял. Ну, вы видели, что команда достаточно сильная. И тем не менее, мы с ней справились. Мы реально с ней справились. Мы с вами молодцы. Так, возьмем-ка, давайте так пойдем. Такеда. И против. Сейчас у нас получается кто? Саб-Зиро будет первый. Хорошо. Саб-Зиро так Саб-Зиро. Справимся. Так, давай-ка. Ой, ребят, что-то у меня плохое предчувствие. А ну иди сюда. Это что было только что? Есть. Ой, да не надо мне вот этого всего. Раз. Ну да, мы пока слабоваты, я не спорю. Блин, она блок поставила, посмотрите, мы вообще ничего не забрали у нее. Давайте поменяемся. Ну да, это уже будет чуть получше. Ой, да не плюйся ты. Так, стреляем. И лупим, пока он у нас открыт. И мы его можем так неплохо навалять. Знаете, даже Кунзи мне нравится. Опа. Я еще, интересно, как будет Тремора посмотреть. Такие совершенно новые персонажи. Так, готово. Стоять. Стоять, бояться. Меняемся. Да я знаю, что сейчас его, наверное, вынесут. Хотя нет, не вынесут. Да я же поменялась, блин. Ну что вы шутите, что ли? Блок поставил. Хорошо, я тоже блок поставлю. Я тоже ставлю блок. Еще. Блокируем, ребят, его. А ты не хочешь его тут с кнута навалять ему? Эй, Такеда. Такеда. Есть. Так, 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 давай, давай, давай. Вот это сейчас будет не очень хорошо. Джеки против Джеки. Зря сейчас использовали. Это я уже поняла. А, нет, не вынесли. Я уже испугалась, что ее вынесли. Опа. Да ладно, не... Все, фух. Вы что такие все живучие? Вы что, издеваетесь? Ух, какие живучие ребята. Хорошо. 16 уровень уже у нашего Такедки. Мы его немножечко подпитаем. Саб-Зиро, этот самый Саб-Зиро Триборг. И этот Кенш, по-моему. Хорошая команда. Да мы сейчас ей попытаемся навалять. Кто-то мне писал, что что-то совсем игру забросили. Что читеров стало просто невероятное количество. Знаете, вот действительно, количество читеров просто вот портит игру. Игру портит уже даже не глюки какие-то, долгие подвисания или еще что-то. Ну, если они бывают. А именно вот количество читеров.
Так, давай еще раз второй прием. Я что-то его как-то до конца не поняла. А, ну, вообще выносит неплохо. Я надеюсь, мы сможем сейчас вынести его. А, вынесли. Вот это пипка вонючая. Ты вот совсем крабьими палочками провонял. Да ладно, почти вынес. Причем, серьезно вынес-то. Совсем пипка. Такс. Да, Кенш, я была права, третий. Нет, ну вы видели, ребят? Просто попа была. И у него еще костяной щит поднялся. Ну, конечно, как обычно. Давайте за Джеки. Опа. Хо-хо-хо. Стоим. Так, ну и давай Такеда. Готово. Вынесли. Вынесли, это прекрасно. Ну, Такеда, да, я вижу, что он гораздо более слабый по сравнению с той же Джеки. И, ну да, у них, видите, по два уровня слияния, а у него только всего лишь одно. Но, тем не менее, сражается он хорошо. Я думаю, что если бы команда... Если бы мы не делали вообще акцент на Кейси, на Джеки, на этого... На Кунзине, то, наверное, тогда проблем бы не... Ну, смотрите, сейчас опять та же ситуация, ну. Ну, офигеть. А, у нас хоть костяной щит сработал. Лежа! Да что ж такое? Ты должен меня ночью пугать, ну. Ребят, нет, ну вы видели эту пипку? Я сам испугался. Что ты испугался? Как Кенши. Какой Кенши? Такеда. Как Такеда? Как конфетка. Как Такахаши? А ты вот возьми и обозри. Возьми, ты что, обозрел? Я знаю, что ты еще не... Так, все, давай я его сейчас добью тут. Нам пока нельзя поменять. Ребята, плохо дело, плохо дело. Сейчас вынесут нашу Кейси. Ой, Кейси, господи, я уже путаюсь от страха. Так, давай, давай, давай. У меня собирается вообще проходить... Ребят, нам совсем сейчас задница. Можно поменяться, можно, можно. Спасаем Джеки. Так, все. Сын против отца. Давайте посмотрим, кто кого. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не совсем сын против отца сработал. Не надо так делать. Так. Давай мы тебя ослабеем немножечко. Готово. Ребят, меняемся? Постараемся сейчас его так хитро вынести. Да чтоб тебя. Ну, ты меня уже... Того, Кенши. Такс. Стоим. Стоять. И тебя сейчас вынесем, надеюсь. Все? Готово, ребят. Фух, мы с вами даже без потерь прошли этот уровень. Это круто. Так, супер. 17 уровень уже у нашего Такеды. И у нас уже 5-й бой. Джейд Кей... Вы видите... Нет, ну подождите. Вы видите, что наши, эти самые противники стали гораздо сложнее. То есть они вот... У нас там 6, 7, 8 показателей. У них 11, 10, 11К. Ну это же нечестно. Ладно, давай первым приемом будем ее лупить. Это же реально нечестно. Я не знаю, зачем разработчики так сделали. То есть, может быть, это, конечно, какой-то шарм игре придает. Я не знаю. Но мне кажется, что лучше бы они так не делали. Дали возможность действительно сражаться со своими, ну, скажем так, с похожими командами. А не с командами, у которых практически в два раза больше показателей. Ну, так себе. Тут, ну, знаете, у Такеды получается как актив, так и пассив неплохой. Это достаточно редкий, на мой взгляд, момент в Мартухе, то есть у персонажей. Так, стоять. Иди сюда. Такеда пока у нас пусть копит, копит, копит. Стоим. О, Кейси разошлась. Сделаем так. Чтоб мало мест не было. Джеки сейчас наваляет. Точно, это же у нас сейчас наша Джейд будет. Ну да. Спецприемы у нас отключены. Как мы ее с вами будем выносить, понятия не имею. Угу. Все, ребят, я боюсь, что нам наваляли. Ну, Джейд хороша, я не спорю. Я даже спорить не буду.
Да, нас уже вынес. Я, ребят, уже даже не рассчитываю на то, что у нас что-то сейчас получится, потому что Джейд тут решает. Стоим. Стоим и потихонечку пытаемся бить нашу Кэсси. Давай-ка мы сейчас... Оп, второй прием. Опа. Стоять. Оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас будем лупить. Есть! Успели! О, успели, ребята. Ну, частично успели. А, пропала, зараза. Пропала, пропала, пропала. О, а тут не пропала. Есть! Победили! Есть! Да, мы сделали это, ребятки. Мы прошли пятую битву, мы с вами одолели. Так, 40 уровень уже у нашего Кунзини. Так, ну что, пошли дальше. Кенши, честно вам сказать, мне сейчас просто неинтересно уже. 12-ка, 11-ка. Ну, в чем смысл, судари? Так, меняемся на Такеду, конечно. То есть, как бы, вы понимаете, что в своем, вот, допустим, если бы у нас команда была более-менее равнозначная, то он играет хорошо. У него и пассивка, и актива. Да, у специфических персонажей. То есть, тут уже идет акцент даже не на какие-то отдельные фракции, а тут уже идет акцент на конкретных персонажей. Но, как вы понимаете, того же Кунзини у нас много, Кэсси, Джеки, поэтому... В принципе, я думаю, что каждый найдет, где его можно применить. Так, все, хватит. Вы мне уже надоели. Опа. Сайрекс. Это явно фанат Сайрекса. Так. Стоять. Мы тебя вынесем. И тебя вынесем. И тебя сейчас вынесем. Ну, Такеда у нас только учится. Стоять. Как-то мы стали меньше наносить блоками ударов. Вот стали. Эй, Такеда. Ты не хочешь что-то сделать полезное? Оп. Готово. Стоим. Ну давай же, полупи его цепями. Слушайте, не хочет. Вы это видели? Есть. Хорошо, давай еще раз. Блокбрейкер, кстати, заметьте. Оп. Раз. Два. Ага. Я хотела, чтобы у нас все было чуть попроще, да? Так, сейчас, ребят, добьем. Сейчас выбьем мы из Скорпиона все, что можно. А что-то мы ему урон вообще не наносили, заметьте. Есть! Ну, справились мы очень даже хорошо. Так, подгружаемся. И у нас сейчас, скорее всего, финальная битва, да? 18 уровень у Такеды. Сразу предлагаю его качнуть до... Давайте-ка до 20-го. 19-й и 20-й. Супер. Все, возвращаемся. Снова возвращаемся. И, ну, эта команда хотя бы 11, 11 и 8. Поехали. Оп. Есть. Ты хоть блок... Не, не поставил. Это радует. Так, давай, Такеда. Покажи, как надо сражаться. Заметно, что этот самый Саб-Зиро был этот... Триборг... Испытаний, ранний доступ. Потому что почти у каждого, блин, этот наш дорогой Триборг. Стоим. Лупим. Лупим и стоим. Блокируем. Ого-го-гошеньки, стоять. О, костяной щит — это тема, ребят. А, что-то я вообще не вижу, чтобы я урон наносила. Ну да. Это как обычно. О, да ладно. Ну как-то слабо мы нанесли ему. Тут тоже сейчас будет слабо, я вижу.
Ау. Так, сейчас выстрелим. Стоять. Давай-ка. Поиграем за Джеки. Слушайте, мы еще никого из них не вынесли. Это плохо дело. Есть. И давай-ка... А-а-а, я, блин, не успела снять. Я думала, надо было ему вторым приемом сразу. А ну-ка еще давай. Как ты сделал, если я тебе как бы этот прием использовала? Ну, конечно, тебе надо было меня заморозить. Так, Такеда. А, ты ж зараза такая. Отвлек меня, ну. Пипка ты! Слушайте, а мы его что-то лупим, и как-то я не вижу, чтобы у нас хоть что-то уходило. Есть. Кнутами наваляли. А ну иди сюда. А, у нас он, наверное, сейчас под защитой стоит. Вот что у нас такие проблемы были. Стоять, стоять, стоять! Не надо, не надо, не надо, не надо меня бить. Я тебя сама могу побить. Есть. Ну, ясен пень. Так, и тебя еще. Вот, первым приемом. Есть! Я ухожу. Я уже просто ушла. Все, не переживай. А, ты блок поставил. Гадость такая. Стоим. А, этого мы уже вынесли. Готовы, друзья мои? Вынесли, и мы с вами молодцы. Итак, сейчас наша будет последняя боевочка. Как я вам всегда и обещаю, мы смотрим с вами спецприем третий. Точнее, как вы знаете, X-рейчик. Спасибо большое за броню, мы ее продали. А, значит, кто нам понадобится? Нам с вами понадобится, наверное, Скорпиона возьмем. А он же нам дает... Где мой Скорпион? Он нам дает, по-моему, 1,5 очка, правильно? А, порождение зла дает же... Мастера единоборств. Да, а у нас как раз мастер единоборств. Отлично. Нет, стоп, куда дели этого самого? Кунь-дзинь, верните. Кунь-дзинь, верните. Теоретически сейчас наш Такеда появляется, и у него все троечи, все эти самые три приема открыты. Давайте-ка качнем, значит, у нас чрезвычайный урон и удача будет. А удача будет на нашей стороне. Это здорово. Мне даже будет интересно посмотреть прохождение его испытания. Так, ну что, бой в сети, быстрая битва. Мы сейчас с вами смотрим сугубо ради интереса, как бы выглядел, ну, как выглядит X-Ray у нашего Такеды. Так, ну что, давай. Давай, Такеда. Зажигай, как говорится. Ну? Опа! Мама! Жесть какая! Еще и против Кенши, ребят, вы представляете вот ужас данной ситуации? Так. Мы слабоват, конечно, мы наваляли. Но, кстати, заметьте, сила у нас достаточно быстро накапливается. Критический удар дает силу. О, здорово. Ну, это мы с вами и раньше видели. Так, критически дают силу или отбирают? Ай, не тогда нажала. Стреляем. Стоять. Давай, теперь твоя очередь. И у нас, как обычно, три Барксабзира. Раз, два, три. Есть. Сейчас он спецприем использует. Это было ясно, как одуванчик. И меняемся. Ну, попробуем. Хотя нет, не надо было пробовать. Увидите, что у нас из этого получилось. Так, стоять. Вот это у нас уже плохо дело. Еще и отравление началось. Так, давай, давай. Мы должны пройти эту битву. Мы должны с ребятами сейчас ее закончить. А, да, я ж тебе уже хочу второй этот при... Ай, блин, еще и блок поставил. У-у-у, ребят, я боюсь, что мы не пройдем эту битву. Давай. А, ну, может, и пройдем. И давай-ка ты у нас будешь последним завершающим штрихом. Оп-оп, все. Я думаю, что да, победа есть, ребята, победили.
победили, Такеду посмотрели, и я уже готова высказать свое мнение об этом персонаже. Так, ну что, ребятки, вышла обнова. Новые персы, новые интересности, которые мы с вами будем смотреть на протяжении новых роликов. Поэтому не забывайте заглядывать на канал. Сегодня мы с вами прикупили Такеду. $20, ранний доступ. Мастер единоборств спецназ. Быстрый как кнут. Успешно блокируя любую основную атаку, Такеда получает шанс яростно контратаковать кнутами. Куньзинь, Кейси, Кейджи, Джеки Брикс получают 30% к урону, здоровью и урону от критических ударов, если находится с ним в одной команде. То есть он у нас крутой как активный персонаж, так и как пассивный. Ну, мне кажется, что это просто отличный повод его попробовать, потренировать, прокачивать. Я думаю, что вам он должен понравиться. Лично мне Такеда понравился. Редкий перс, который и так может повлиять на вашу команду. Пишите в комментариях, вам понравился Такеда, будете ли его испытания проходить, а может быть вы его уже прикупили. Ну, а я буду с вами прощаться, друзья мои. Обязательно ставьте лайк, если вам нравится Mortal Kombat X Mobile. И нажимайте на колокольчик возле подписки. Ну, а я вам желаю только отличного настроения. Уже увидимся в новых роликах. Всем пока-пока!